Сегодня глава Чувашии встретился с заместителем генерального прокурора России. Сергей Зайцев и Михаил Игнатьев обсудили вопросы взаимодействия органов власти и правоохранительных органов. Подробности в следующем материале. У Сергея Зайцева плотный рабочий график. Так, накануне заместитель генерального прокурора страны и глава региона встречались с жителями Ядринского и Маргаушского районов. Многие вопросы были решены на месте. Все эти вопросы, которые касаются вопросы жизнеобеспечения, так скажем, там жилищно-коммунальные хозяйства. Там очень много вопросов. Вчера как раз по вашей линии было, лежали в плоскости вот как раз исполнительной власти там и местного самоуправления. Такие приемы граждан необходимы для того, чтобы органы власти смогли наладить обратную связь. Отвечать на личные вопросы жителей муниципалитетов в прокуратуре планируют чаще, теперь в режиме видеосвязи. Впервые будем использовать систему ВКС. Очень, кстати, показательно, что в Чувашии, вот сейчас мы связали все районы уже по линии прокуратуры, и посетители уже могут прям приходить туда, в районные прокуратуры, и получать, так скажем, консультации, ответы, там, запросы из Чебоксара. Одна из главных тем рабочей встречи – трудовые споры. На особом контроле прокуратуры – погашение долгов перед работниками предприятий. Прошлый год был не менее сложный, вы знаете прекрасно. Совместно принимались все меры для того, чтобы вот тот рост, а он был серьезный, да, значит, задолженность по зарплате был снят. И к концу года, на начало этого года мы добились очень серьезных результатов. За круглым столом обсудили и проблему предприятия-банкрота «Чувашавтотранса». Глава региона отметил, что сейчас в суде решается вопрос о первоочередности погашения долгов перед работниками. Чтобы 60 миллионов налогов, которые есть по очередности, очередность поменять, эти 60 миллионов направить на выплату заработной платы в интересах как бы людей, которые отработали. Эти 60 миллионов рублей, больше половины долгов, которые есть по Чувашавтотрансу, мы бы погасили. Сейчас вот на решение суда будем выходить. Отлично. Там активов достаточно, продажи имущества поэтапно будут осуществляться. Позицию правительства региона Сергей Зайцев поддержал. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев и Андрей Шоклев. Республика.